Никогда не дарите такие подарки на Новый год. А какие именно, мы узнаем прямо сейчас. Напишите в комментариях, какой подарок вы бы хотели на Новый год. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы окунаемся в атмосферу праздника. Обожаю просто это все. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, вам подарят самый долгожданный, самый сокровенный подарок, который вы хотите. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы. Ну а мы начинаем. Давай, готовы нет, к эмоциям? Давай, нет. Что там? Это же твой телефон. Телефон? А, вот. Да что же это за телефон-то такой? Самый дешевый телефон, но самый интересный. Вы помните такой телефон? Ну чё? Так, смотрите, распаковочка. Зачем трясти? А если там что-то хрупкое? Например, бокал для вина. Шутка. А, кто там? О, боже мой, он чуть не убился. Ну ладно, ребятки, в этом смотрите, году смотрите на них. Молодцы, да? Себя хорошо вели. Да. Да, хорошо вели себя, конечно. Вам пару подарков заранее. Да, заранее. Большое. Думаю, сейчас какой-то опять развод от родителей будет, разводняк. Подарочку. Они подписаны красный, это твой, а твой белый. Я боюсь смотреть, сейчас будет разочарование века. Нет. Одновременно только раскрывайте, ладно? На счет три, давайте, мы готовы. Бедолаги. Ну что там? Бляха-муха-ха. Открываем? Ну, давай. Давай, уже открывай, я тоже жду. Для Александра. А, для Александра. А, ну поменяйте. А, перепутали давай, подарки. А я почти открыл твой. Оттопыривайте. Все правильно, у каждого должен быть свой подарок. Открывайте, доставайте, что же там? Потому что мы долго думали, подарки получились очень-очень индивидуальными. Очень индивидуальными? Близко всему, что вы называли весь этот год. И поняли, все, это точно развод. Видите, сколько много слов он говорит. Давай-ка на диван, сынок. Что это такое? Что там? То, чего ты хотел. Единорог, что ли? Нет, это не то. Да нет же. Да там единорог. Что это? Ну, покажи! Открывай дальше. Не буду открывать. Открывай. Костюм принцессы, да! О, боже мой. О, боже. Зачем они подарили ему костюм принцессы единорога? Двум пацанам. Да вы что, в своем уме? Всегда, когда кто-то плачет, один смеется. Это нормально. Да что, давай тоже посмотрим на твой подарок. Конечно, что не хочешь, ну подожди. Может, захочешь когда-нибудь? Я вот хочу. Я бы пообрадовалась платью принцессы. Пипец, у него стрессяка. Не ужаль. Я не хочу это. Блин, вот я такая же. Если что-то не по мне, я начинаю вот истерить. Ну давай, мы посмотрим второй подарок или нет. Да что смотреть, он мне не нравится. Мне не нравится. Не нравится ему. Чем тебе не нравится? Так хотелось сходить. Все у него прям вообще. Вот тут, возможно, сломается психика. Либо второй вариант, что он скажет, что если я хочу то, что я хочу, я пойду и сам себе это куплю. Если я хочу это... И ни от кого не зависеть. Вот потому что подстава со всех сторон. Тут даже родители не могут дать тебе того, что ты хочешь. Потому что то, что ты хочешь, можешь дать себе только ты. Это же... Давай. Так. Нет, не буду. Этот не хочет доставать давай, своего единорога. Давай, он постарше, ему смешно. Он понимает, что это шутка. А у маленького это началась девчонок. Истерика. Да ты померь. Да ладно тебе придумывать. Это из твоего любимого мультика. Да не люблю я этот мультик. Потом пройдет лет 7, что скажешь? И он будет смотреть это видео и такой, какой я был. Капец, у него прям вообще. Вот так в жизни не всегда получается так, как хочешь. Да померь, говорю. Но это совсем не. Да померь, давай. Это же подарок. Это подарок, так нельзя, дареному коню в зубы не смотрят. Вот, это моя ошибка, что ты даришь девчачьи вещи.
Так, предъява от малого. Тебе же нравится этот мультик? Нет. Да почему? По-любому они хотели какую-нибудь приставку. Все, праздника не будет! Ну, вроде полегчало ему чуть-чуть, слава богу. Так, тут сейчас тоже заметили, смотрите. Реакцию. Давайте еще раз посмотрим. Ну-ка. Опа. О, что там? Похоже на Simple Dimple? Нет, это единорог. Что Лиза? Там у тебя? Что Лиза? Это, Зак? О, демонстративно это, выбросил. Мой маленький пони, да? Пони! Давай посмотрим в следующем, тоже, наверное, тебе. Сейчас такая надежда у него еще теплится, что там все нормально будет, но нет, я чувствую, что там Барби, не знаю почему. Что там? Да, это Барби, как я угадала! Смотрите на него, смотрите на него. Все, это вообще просто вот так. А там что было? Барби голимая. И как ты себя ведешь? Что о тебе подумают? О, Барби голимая! Я не буду больше открывать никакие подарки сегодня. Хотя бы не плачет. Позиция взрослого. Слушай, наверняка произошла какая-то ошибка. Давай еще попробуем. Ты же знаешь, Дедушка Мороз любит веселиться. Наверняка он просто пошутил над тобой. Давай вон те подарки еще откроем. Мне кажется, сейчас у него вообще конкретно сдадут нервы, потому что он такой с характером, пацан, видно сразу. Что он сильный, что он сейчас такой. Я думаю, нет, я, конечно, не знаю, но это очень похоже на то, что ты просил. Прям большие такие еще подарки, и один маленький. Я боюсь. Сейчас пацана точно нервы сдадут, я не хочу этого. Пацан, держись! Подарок ты можешь открыть. Надеюсь, что там все нормально с ним. Так, девочка. Огурцы? Огурцы! А помидоров нет? Убери это от меня. Я не хочу маринованные огурчики. Вот ей нужно было Барби, наверное, подарить. Только не это. А что там? Никаких брокколи, никаких брокколи. Это брокколи подарил. Брокколи! А что это? В общем, это прям подарки реально, которые не стоит дарить детям. Дезодорант. Как раз девочке 5 лет он нужен. Что такое дезодорант? Она мажет свои волосы. Ты довольна? Тебе нравится твой подарок? Да. Да. Что это? В 5 лет все нравится. Зачем ты бросил это на пол? Это Барби. Да не расстраивайся. Подожди, ты только начал жить. Там будут сюрпризы по... пострашней. Истерика просто у него. Это от Санты. Это от Санты, прекрасная Барби. Короче, ребята, у нас есть с вами две стратегии поведения. Либо истерить и впадать вообще в ужас. О, либо плакать, либо... Это должна быть футболка. Смеяться. Просто. Так что нужно выбирать. Либо ты смеешься и относишься к этому философски, что типа, да, и черт с ним. Либо ты рыдаешь. Давайте-ка выбирать вот вторую позицию. Так, сейчас чуть-чуть, смотрите, вообще малыши вообще. Мы же знаем, как ты любишь суп. Суп. Нет. Нет. А это губка. Губка. Они им интересно, потому что они еще даже не понимают, что это, так что они это все понимают уже. Смотрите, смотрите. Они рано их начали приучать к обломам. Возможно, когда им будет лет 7, они не так будут реагировать, как те остальные предыдущие ребятки. Это большой пакет брокколи. Ой, брокколи же, дети вообще их ненавидят. Я сама не могу никак себя приучить к брокколи, но я знаю, что это очень полезно, но не могу. Это так смешно. Так. Серьезно? Талон на тако? Да, а что, тебе не нравится тако? Настолько не нравится, что ты даже не представляешь. Распробуешь еще. Какие эмоции. Ее надо в актерскую школу отдавать. Я могла видеть. Подними повыше. Что это? Картошка? Смотри-ка, это 3DS. Ого, посмотрите-ка, ему перепало 3DS. И мистер Картошка. О боже. Смотрите, смотрите на эти взгляды, типа... Ставку 3DS, а не какие-то буковки, ну, веревки. Это
несправедливо, что вы даете нам самое худшее. Почему вы к нам так относитесь? Манипуляция. Ну, попросил, Шон? Вы дали ему хоть что-то, с чем можно играть. И вы, ребята, самые худшие. Обвинение. Этот со своей картошкой довольный. Чаку нравится его подарок. Видите, всегда есть двое. Один смеется, второй плачет. Выбирай. Ты левый или правый? Так ничего. Я правый. Тебе нравится? Да. Ой, я не могу над этими детьми. Ну все, тут вот позиция плачуни, все не нравится, капризы пошли. Скажи пока Джимми Киммелу. Жесть! Капец, короче, вот эти подарки никогда не дарите, но и либо дарите детям с устойчивой психикой. И не забудьте включить камеру, потому что эти видео, возможно, попадут к нам. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую, пока!